Итак, ладно, давайте закончим маленький перерыв и продолжаем общаться с народом. Посмотрим, кто тут еще присутствует из интересных. О, Ария или Алия. Похоже, базар пользуется большим успехом. Действительно. И все благодаря твоему совету, Алия-сэмпай. Ну, это правда, конечно, что я рассказал тебе о стиле и этикете. Но я не ожидала, что ты сможешь воспроизвести это настолько точно. Не уверена, что любой житель из Старбарда будет счастлив такое увидеть. Правда? Мне действительно очень приятно слышать подобные слова от вас, сэмпай. У первокурсников в этом году, точнее уже у второкурсников, замечательные амбиции и способности к действию. Мы, третьегодки, не можем им проигрывать. Так, это Тельма, кто забыл. Ее зовут. Пришлось постараться для того, чтобы подготовить столько всего, но я рада, что реакция оказалась намного лучше, чем я ожидала. И все это благодаря прекрасным и точным советам Алисы, сэмпай. Так. Адзур парфюм. Лазурный парфюм. Для ресет. Ребят, кто бы сомневался, кому еще подходит этот цвет? Так, давайте я тут сбагрю свой сэпит и получу 24 тысячи, ну короче, от студентки. Спасибо, я только что ограбил их. Слушайте, а тут бронька неплохая. Правда, у ворот снижается очень... Не-не-не, как-то нет. Они что, серьезно верблюда привезли? Стоп, а он живой или картонный? А, нет, стой. Ладно. Он не настоящий, ладно, ладно. Да, он картонный. Все-таки это они попытались просто воспроизвести. О, Габриэла Йота. Или как его? Да. Начиная с этой весны, Йота тоже будет посещать воскресную школу в соборе. О как. Мы всегда проходим мимо Армиса. И он действительно с нетерпением ждал возможности увидеть школьный фестиваль искусства. Ну, поскольку мне удалось сегодня оставить бар в руки кое-кого другого, я могу хотя бы в первый день прийти сюда с ним, чтобы он насладился этим праздником. Надо будет проверить, кого там оставили. А, стоп. Мальчик. Сугой! Сугой, потрясающий!
В школе есть магазины. Да, это действительно чудесно. Дай купим сувениры для твоих друзей из воскресной школы. И для Паприки, которая сейчас следит за баром. А, вот кого оставили. Если помните, мы когда заходили в район темных фонарей, то там постоянно в начале ходила девушка туда-сюда. Это как раз она, Паприка. Спасибо, мама. Я так и сделаю. Кстати, учителя сказали, что они тоже придут сюда, так что, возможно, мы их где-нибудь увидим. А, понятно. Ну, они всегда заботятся о тебе, так что мне нужно хотя бы поздороваться с ними. И мама привела меня на школьный фестиваль. Она говорила, что раньше на поверхности опасно, но... До тех пор, пока я с мамой, все хорошо. Мне нравится ходить с мамой во всевозможные места. В Грэде. Ну, а может и да, может и нет. Может просто из картона, черт его знает. Как по мне, он выглядит из картона или из пластика. Ладно. О, там Соня со своим любимым. Так. Прошу прощения за то, что я сегодня... ...был таким... неразумным. Это все-таки очень важный день школьного фестиваля. Не-не, это я должна извиняться за то, что заставила тебя прийти со мной на патрулирование. А еще я как бы одета сейчас вот так. А, да не-не, ты что, значит, да не-не, вы что, Соня-сан, наоборот, мне очень нравится видеть вас обычную. Ну, правда? Ну, что ж, тогда давай, пошли. А, и все? И все. О, а вот и они. Данные. Данные о посетителях этого года, вероятно, будет еще интереснее. В смысле, данные о посетителях? Ты же не имеешь в виду школьный фестиваль? Да, конечно. Я слышал, что известная военная академия Торс из Империи также имеет довольно... сильное сообщество выпускников. Не то чтобы я пытаюсь подражать им, но Армис, естественно, имеет большой потенциал сравниться с ними. И это касается не только их. В конце концов, на этом фестивале присутствует и много других влиятельных людей. Так что собирать данные — достаточно важная задача в такой обстановке. Это просто ужасно.
Спаси. Блин. Ты должен хотя бы искренне радоваться празднику. Неужели это часть вашей работы как аналитика? Это не для работы. Это мой способ развлекаться. Вот оно как. Ты, конечно, говоришь, что не трудоголик. Но ты любишь развлекаться, занимаясь работой. Ну, он такой был еще со времен, когда мы были студентами. Для любого члена студсовета, который работал с тобою, это была полная катастрофа. Ага, особенно для меня, так как ты всегда заставлял меня пахать как лошадь. Хоть ты так говоришь, но в итоге это тебе помогло открыть свое собственное дело же, верно, мастер на все руки? Ты тогда занимался тем, что помогал в различных клубных мероприятиях и разбирался с различными проблемами, которые происходили в школе. Так вот, кто на него так сильно повлиял. В итоге мы оказались втянуты во все это. Например, неофициальный клуб соревнования в июне. И в сентябре у нас были проблемы с типа... А в сентябре у нас были проблемы типа с призраками. Да, тогда мне действительно пришлось постараться. Собственно, вот откуда происходит сприган на самом деле, да? Ну, если задуматься, то, что произошло тогда, действительно очень связано с тем, чем мы занимаемся сегодня. Да, ничего не пропало зря. Возможно, вы правы. Ван-сан? Да, все-таки я и слова не могу вставить, когда эти трое собираются. Хм. Ну, слушайте, вот это интересно. Прикольно. В этом году школьный фестиваль действительно стал намного лучше. Как выпускница и как человек... который немного помогал, я счастлива. Возможно, я даже слишком переполнена эмоциями. Одной из главных причин является тот факт, что мы смогли благополучно добраться до сегодняшнего дня. Да, действительно. Мне как бы нужно кое-куда пойти скоро, так что если хочешь, можешь взять на себя роль сопровождающего моей спутницы. Ты опять вмешиваешься в те дела, которые тебе не касаются. Ну, у нас как бы уже, да, все. Топ. А вот и Кисара. Мы хотели бы попасть в библиотеку. Не могли бы вы сказать нам, на каком этаже она находится? О, да, конечно. Библиотека это... Библиотека находится на третьем этаже школьного здания. Там также есть специальный раздел, посвященный истории республики. Так что обязательно посмотрите его. Большое спасибо.
Поняла? Именно так нужно все подсказывать гостям. Никогда не говори в неофициальном, неформальном тоне, как ты только что сделала. Тогда нужно было так и сказать. Зачем, блин, тебе, ублюдок, нужно было еще вот эти неприятности сейчас создавать? Кстати, я как бы прошу прощения. А мы слышали, что за дизайн у ворот отвечала девушка, что является первокурсницей тут. Это правда? Да, как и ожидалось, армия всегда умеет впечатлять. Они занимают передовую позицию в мире искусства. Спасибо, это я нарисовала. А, да ну, это вы? Невероятно. А вы не могли бы рассказать побольше об этом? Срань. Ну почему всегда столько шума поднимается из нее? Да, ребят, это Куртис, если кто не узнал. Это Куртис и Кисара. Я так усердно учился. Нет, я учился усерднее, чем она. И сдал гораздо более сложный экзамен, чем она, чтобы поступить сюда. Новые студенты показывают гостям все вокруг. Эти двое живут в старом городе. Да, и похоже, им предстоит долгий путь в качестве товарищей. Да, действительно. И мне кажется, они уже очень хорошо ладят. Слушайте, если они еще замутят и там семью замутят в итоге, это, конечно, будет вообще бомбически. Проследили за офигенной историей. Они оба искренние и хорошие дети. Так что я уверен, что они смогут измениться в будущем. Да уж, не успел я оглянуться, она уже начала вести себя как сэмпай. Не только посетители, но также и ученики, и учителя хвалят меня за мое искусство. Но как бы это сказать? Это меня прямо с ног сбивает. Сводит с ума. А еще Куртис Кун очень плохого впечатления обо мне. Это настолько сложно, что я не знаю, что делать. Значит, это та девушка-первокурсница, которая... о которой я так много слышала. Я всегда хотела с ней поговорить. К сожалению, у них имен нету. Это мама-посетитель и дочь-посетитель. Это их имена, увы. Я задумаюсь о том, чтобы поступить в армию в будущем. Надеюсь, я смогу стать такой же прекрасной ученицей Армиса, как и эти двое. Может, так их и зовут? А, не. Все-таки видишь, тут в их именах это иероглифы. А тут используется катакана. Черт, как будто я ничем не лучше, чем она. Я хотел похвастаться перед папой и мамой, какой я замечательный. Я никогда не приму и не признаю ученицу, которая ведет себя некультурно
Коти хорошо, шо, рисует. Короче, все понятно с ними. О! Кайна. И Лакшар. А, точно, статуя. А, сеструнка Кайна, спасибо, что всегда беспокоишься обо мне. Не знаю, подходит ли это в качестве благодарности, но я хочу угостить тебя всем, что ты захочешь. С моей зарплаты, с подработки. Спасибо. О, слушайте, они сблизились. Это радует. В таком случае, Лакшар, ты тоже выбирай, что хочешь. Сестренка тебя угощает. Не, стоп, это же я хотел бы отблагодарить тебя. Да нормально все, нормально. Потому что это то, что я хочу сделать. Кстати говоря, Силви-сан и Ребекка-сан тоже собирались приходить, прийти на фестиваль. Надо пойти поздороваться с ними. Ребекка придет? Серьезно? Раз сестренка Кайна так говорит... Тогда я позволю ей побаловать меня. Да, школьный фестиваль. Жаль, что они и остальные не смогли прийти. Так, стоп, как долго я буду повторять это? Я решил, что сегодня буду веселиться как можно больше, а не задумываться. Так я смогу успокоить Ани и всех остальных. Так. А, блин, статуя. Ладно. На обратном пути уже зайдем. Ничего себе, что вы тут организовали. Баскетбол, челлендж 2 на 2. Это было организовано в сотрудничестве с людьми за пределами школы, которые пришли. Вы сейчас проверяете все места, верно? Все ваши советы, которые мы получили, оказались очень полезны, и пока что все хорошо у нас. Я был очень удивлен, когда со мной связались. Для меня большая честь быть частью престижного фестиваля искусства школы Армис. В течение следующих 3 дней мы будем менять лидеров между баскетбольными командами девочек и мальчиков на площадке. Это было бы трудно организовать, если за все отвечали только члены клуба. Особенно против более опытных противников. К сожалению, самостоятельно на протяжении фестиваля мы не смогли бы справиться с этим. Именно по этой причине меня пригласили помочь, как сторонний человек. Но, кстати говоря, сегодня
Я в ударе больше, чем обычно. Учитывая, сколько выпускников и сколько людей-гостей приехало сегодня сюда, я не могу халтурить и подвести баскетбольную команду. Ну, потому как вы говорите, видно, насколько вы рады этому событию, сэмпай. Агнес, вижу, ты все хорошо понимаешь. Хотя Рен сказала мне не перебарщивать. Понятно. Ну, похоже, эти челленджи 2 на 2 будут довольно интересные. Ну, мы называем их, конечно, 2 на 2, но на самом деле это будет... Один на один на два. Ну, вы поняли. Если вам интересно, не стесняйтесь, присоединяйтесь. Я буду рад в любой момент противостоять вам. Ну, и это все развлечения, да? Один на один два раза. О. Ну, чё-то как-то худенько. Ладно. Я слышал об этом. Да, блин, опять забыл. У них есть баскетбольные врата для детей и более мягкий мяч, который можно взять. Так что все отлично, Юметян. Да, я так счастлив. Нет, Юме так счастлива. Она теперь тоже может сыграть в баскетбол. О, Юмечка, ты тоже решила поиграть в баскетбол, что ли? И мне, конечно, нравится болеть, но и попробовать самой тоже хочется. Ну что ж, Феритян, Шизуна, вы научите Юме какими-нибудь особыми специальными движениями? Юме хочет сделать крутой удар. Особое движение. Чего? Тогда как насчет двойного удара? Ты двигаешься так быстро, что оставляешь после себя лишь следы света и не позволяешь противнику прочесть твою траекторию. О, это круто звучит. А как насчет еще Zephyr Step? Или Zephyr Step? Силой синего пламя ты выбегаешь на хорошую позицию баскетбольных ворот. Я не понял ничего, но, ребята, это так переводится примерно. Круто! И мне хочешь ты это попробовать. Хм, конечно, это меня очень радует, но также заставляет беспокоиться. Ага. Особенно, когда Шизуна что-то советует Юме. Это может кончиться плохо. Ну что, мне не доверяешь? Нет.
Юме потом будет хвастаться маме, что играла с Фери и Шизуной. И Юме покажет ей особый удар, которому научится. Ну, кстати, дядя тоже придет, так что будет весело поиграть с ним в баскетбол. Ну, раз она так этим одержима, я могу хотя бы научить ее соответствующим особым ударом, движением. До тех пор, пока... Пожалуй, я поиграю с ней. До тех пор, пока хотя бы хозяин, то есть Виктор из Монмарта, не рассердится на меня. Или ты. А когда мы пришли с Юме на баскетбольную площадку посмотреть, что здесь происходит, мы встретили Шизуну. Как-то странно тусоваться и играть вместе. Но раз мы уже здесь, то неплохо было бы устроить соревнования по баскетболу. Так, о! Похоже, там что-то интересное происходит, да? А что ты думаешь об этом? Дженма. Или как мы ее почитали? Да, вроде так. Кто забыл это? Шенма, которая из первой части еще. Мы ее видели тут разок. Баскетбол. Звучит неплохо, но мне не очень интересно. Если я буду играть в эту игру, это не поможет мне и миру заработать, или еду. Ты беспокоишься только о деньгах, да? Данмакон. Печально, ведь у тебя такие хорошие рефлексы. Ну, во-первых, это вы сказали, чтобы мы зашли сюда, раз мы и так пришли по работе. Престижная школа, полная богатых людей. Не место для таких, как я. Ну, кстати, исходя из того, что я слышал... Я... За концепт-арт этого мероприятия отвечала девушка, у которой нету родителей, точно так же, как у тебя. Понятно. Неважно, какое у тебя прошлое, даже ты можешь изменить свою судьбу, Шенмакун, если захочешь. Если ты хочешь, я могу вполне заплатить за твое обучение. Может, ты все-таки попробуешь поступить в школу? Что? О чем ты говоришь? Ходить в школу таким, как я, невозможно. А еще, тот факт, что я имею возможность работать на базаре, уже достаточно для меня, чтобы быть счастливой. Ну, мне приятно это слышать от тебя. Но ты не торопись, подумай о своем будущем.
Эх, управляющий, конечно, такой добродушный. Меня это слишком даже беспокоит. Я не хочу обременять его лишними проблемами с Мирой. Мне не так нравится работать на базаре. Так что я буду работать с этого момента еще усерднее. Так. Говорим с Фаджером тогда дальше. Я заглянул на этот школьный фестиваль с надеждой помочь расширить ее кругозор. Ну, даже если это по чистому совпадению так получилось, я рад, что она смогла прийти сюда. В конце концов, Шенмакун не очень откровенна со своими чувствами. Как бы то ни было, было бы обидно пропустить все веселье на этом фестивале. Я найду способ поднять Шенмикун настроение и повеселиться вместе. Секунду. Так, ну и раз-то уже на обратном пути проверим. О, Флора! Из квеста. И все-таки Симон потрясающе играет. Свою роль в этом важном событии. Саша-сан, конечно, тоже силен. Не могу поверить, что я могу увидеть, как они играют в баскетбол на школьном фестивале. Ну, кстати говоря, Кирк тоже пришел поддерживать его. Однако почему-то он сейчас спорит со своей сестрой. Но расстроенным не выглядит. А вот и Кирк. Сестра, почему ты здесь? Руча или Луча. Окей, так ее зовут. Почему? Потому что я хотела посмотреть школьный фестиваль, конечно же. Но что важнее, Кирк, так вот о чем ты говорил ранее. Если бы ты сказал, что придешь сюда, мы могли бы прийти вместе. Ой, заткнись. Я просто решил прийти поддержать Симона. Как только все тут закончится, я домой. Ну, как бы то ни было, это тоже судьба. Ну, пойдем вместе домой, Кир. Ты вообще слушаешь меня? Никогда не думал, что сестра захочет пригласить меня на фестиваль. В смысле, чего она добивается? В чем ее цель приходить со мной на школьный фестиваль? Ладно. Я не понимаю. Наверное, ей просто заняться нечем. Ну, ладно, иногда можно и время провести с сестрой, просто чтобы убить время. И, кстати, да, ее еще можно прочесть как Лучия, то есть Люсия. Скорее всего, так правильно. Несмотря на то, что Кирк так говорит, внутри видно, что он рад.
В конце концов, я, как его старшая сестра, вижу его насквозь. Кстати, раз я тут, то почему бы не поздороваться с людьми, которые в команде с Кирком и заботятся о нем? Кстати, это первый раз, когда я вижу друзей по баскетболу моего брата. Они кажутся хорошими людьми. А что вы тут делаете? Так, давайте посмотрим. Интересно. Это же дети из старого города. Вокруг них витает такая атмосфера, будто у них тут свидание. Гарри, ты что, все еще злишься на дядю Хокера? Ну, я же все-таки та еще обуза. Папа всегда в командировках, поэтому он не хочет возвращаться домой. Ну, в таком случае ему следует просто найти... Тогда ему стоит вообще пойти жить там на своей работе. Без меня ему все равно будет лучше. Гарри, ой, богиня, ты такой ребенок. Слушай, если у тебя есть время жалеть себя, то может просто пойдешь и расскажешь все ему в лоб? Ты просто упрямишься и не хочешь с ним разговаривать как следует. Он же сказал, что скучает по тебе, пока не с тобой рядом. А, не, стоп. Ты сказал, что скучаешь по нему, когда он не с тобой рядом, помнишь? Я не скучаю по нему. И вообще, о чем ты говоришь, дура? Это ты дурак. Я знаю, что ты просто притворяешься сильным и крутым. Я знаю, что ты любишь дядю Хокера. Я также помню те старые дни, когда тетя только бросила его. И он погрузился в работу из-за этого. Шена, ты дура. Не говори об этом. Тогда помирись уже с дядей, давай на этом закончим. Короче, это мой приказ тебе, понял? Ладно, я понял. Спасибо, Шена. Воу-воу, ничего себе. Всегда пожалуйста. Ну, я очень рада, что им удалось помириться. Я не знаю всех подробностей о том, как обстоят дела в их семье. Но учитывая, что это долгожданный фестиваль, надеюсь, они смогут повеселиться тут. Я рада, что Гарри снова в хорошем настроении. А то в последнее время он слишком был задумчивым и витал в облаках. И это меня тоже бесило. Я, конечно, немного жестко с ним обращалась, но теперь нужно пойти и насладиться фестивалем. Давай, не верюсь. Ван, ты слушал? Ну, я не знаю всех подробностей, но кажется, теперь все хорошо. Да, пожалуйста. Наслаждайся сегодняшним событием как можно больше. Да-да, я понял. Я должен еще перед папой извиниться.
Кажется, здесь находится подземный проход, верно? Да. Там средневековые руины. А, там место, которое похоже на средневековые руины. Однако после инцидента, похоже, CID отцепил этот район после тщательного расследования. Да уж, трюк с двумя статуями и механизмом. Это было слепым местом тут. Эх, если бы я нашел это место, когда был тут студентом, я бы мог бы там отлынивать. Я думаю, что Элейн-сан очень бы рассердилась. Сам виноват, что не нашел. Оу, какие люди! Оу, какие люди! Ребят, Карол, Реймонд и... забыл, как его зовут. Из того самого квеста. Они же были в старом городе еще. Джесси, во, вспомнил. Эх, как давно я не видела выступление Джесси вживую. Это действительно прямо трогает за душу. Сестра, полегче, ты что так ревешь? Ну, как бы да, Джесси как певец действительно стал намного лучше. А ведь прошло 4 месяца с тех пор, как я видела его в последний раз. Поэтому не могу сдержаться. Да блин, успокойся. Мы же договорились встретиться после его выступления. Верно? Все будет в порядке. Да, все в порядке. Но я все равно буду много плакать. Эх, сестра такая же, как и всегда. Но это делает ее такой милой. Джесси, конечно, стал еще лучше. Я слышал, что он смог действительно хорошо... А, нет. Я слышал, что он смог стать очень популярным в Кроссбелле. Но то, как он поет, все-таки нечто. Отлично, Джесси стал популярным певцом в Кроссбелле. Господи, сестра слишком много плачет. Ну, я, конечно, понимаю ее чувства. В конце концов, Джесси для нас незаменим. Я так горжусь своим лучшим другом. Ну, ребят, все дороги ведут в Кроссбелл. О, Эдди и Базели. Эта песня действительно создает очень прекрасное настроение. Он что, он действительно? Нет. Он профессиональный музыкант? О, не знаю. В прошлом году я видел, как он выступает в лайфхаусе на Риверсайде. Кстати, по-моему, раньше вообще жил в старом городе. И, кстати, кое-какие знакомые, с которыми я общался ранее, любили музыку Джесси. Многие песни, которые он исполняет, заставляют плакать. Хотя, учитывая, что эти мои друзья были гопниками, они не говорили никому, что плачут из-за песен. Точно, гопники. Плачущий гопник. Это нечто удивительное. Я все-таки рада, что ты, Эдди, привел меня на этот фестиваль. Большое спасибо еще раз тебе за то, что показываешь мне мир, про который я ничего не знаю. Ой, да ничего особенного я не сделал. Это я должен тебя благодарить.
И раз ты считаешь меня своим другом, наверное, ты сильно изменилась. Не думаю, что это так. Наша встреча была такой, какой была. Но я действительно очень рада нашим отношениям. Поэтому полагаюсь на тебя и в будущем, Эдди. Взаимно. Ой, ребята, это так мило. Ну, на данный момент Desire ушли в прошлое. Они существуют только как имя. Эти ребята, которые были в команде охотников за Desire, наверное, тоже уже остыли. Я их больше не видел с тех пор. Теперь я наконец-то могу начать все с чистого листа. Отец и Рамсвилд признали Эдди. Ну все, свадьба. Ну все, Эдди теперь не отвертится. Он попал. Если бы я все-таки не попросил инсценировать похищение, возможно, мы бы и не встретились. Но я действительно очень рада, что мне удалось так сблизиться с Эдди. Ну, Салар, увы. Отлично. Так, ребята, это песня, тут надо петь. Мысли, которые вырываются и растворяются из глубин моего сердца. Мысли, которые никуда... Нет, мысли, которые не могут достучаться и которые принадлежат только мне. Ладно, я не буду петь. Я слышал о том, что на фестивале придет профессиональный певец, исполнитель, но не ожидал, что это будет тот парень. А ну, нам тут как бы нормально так находиться, да? Ну, когда мы связались с ним, он сразу согласился. Он сказал, что планировал как раз прийти просто в столицу, но... Я рада, что он согласился выступать тут, учитывая, насколько он популярный. О! О! Ну, Бансен. Свинк, он только что приходил и помогал нам. Я как раз передала ему работу с Тутсовета. А, понятно. Вы сейчас отвечаете за выступление, верно? Да, они тоже готовятся к особому выступлению. Я решила тоже помочь, раз я тут в зале. Прямо сейчас мы проводим финальную проверку реквизита и костюмов за сценой. Сэмпай, Свинкун, Синьон, спасибо вам за усердный труд. Я тоже обязательно присоединюсь к вам для финальной проверки позже. Ну а до тех пор, Агнес, не торопись, осматривай все как следует. Вместе с твоим шефом. Аркрайт-сан, вам обязательно нужно прийти на это выступление. Понятно?
Но с тех пор, как вы нам помогали советами, мы стали намного лучше. Нетерпением жду. Вы тоже не забудьте насладиться фестивалем во время вашего перерыва. Если вы будете только работать, то потратите свою молодость зазря. Ну, ваши слова, сэмпай, имеют совершенно другой вес. Но беспокоиться не стоит. Я планирую обойти школу... Нет. Я планирую обойти школьный фестиваль вместе со всеми, чтобы сделать пару фотографий, когда у меня будет перерыв. Тем самым я смогу выполнить, так сказать, запрос моих членов семьи и друзей, которые хотят увидеть фотографии со мною на этом фестивале. Ой, интересно про кого? А, да. Я также планирую пообщаться с Надей. А, не, стоп. Я также планирую немного потусить с Надей. И одноклассниками. Ван, вы тоже насладитесь этим событием, чтобы не жалеть потом. Мне кажется, кто-то пытается сейчас опять залезть не в свое дело. Мне кажется, что Свин-кун и Надя-тян стали более взрослыми, чем когда пришли в первый раз в школу. Печально, что они уже покидают ее. Но, по крайней мере, надеюсь, эти двое сохранят воспоминания об этом месте у себя в сердце. Кстати, Лайл тоже очень много старается в последнее время. Наверное, стоит купить ему какое-нибудь угощение в киоске во дворе. Поблагодарить его потом. У меня большой список работ, которые нужно выполнить. Но до особого выступления я успею. Ну, кстати, после того, как закончится концерт, который сейчас происходит, будет особое выступление Миши. О, нет. Точнее, нет. О, да. Если бы она... Если бы Лапис была здесь... Она была бы... Полностью поглощена... Нет. Она бы поглощала всю еду, которая попадалась бы ей на глаза. А также наслаждалась бы выступлением Миши. Так, сколько времени? Ну... Надеюсь, перед вратами там немного людей, с которыми нужно общаться. Жесть. 3 часа, ребят, диалогов. С NPC. По-моему, это рекорд. Мы еще никогда так много не общались с народом. А, ну тут. Так, ребята, вот эти люди не считаются. Только вот эти. Там уже за пределами школы. Ну что ж, наконец-то начался школьный фестиваль искусства Армис в этом году. Матвей, ну... Давай даже дойдем сначала до него. Хотя, учитывая, что все люди старого города здесь, там мало народу. Так, вернемся к тексту. Кстати, я слышала, что тут вы, Ван Сан, и другие выступали в качестве советников.
на школьном фестивале в этом году. Тогда как насчет того, чтобы рассказать о всем энтузиазме и страсти, который вы приложили к фестивалю в этом году? Ой, слушай, отстань. Это не в моем стиле. И кроме того, хоть я и давал какие-то советы вместе со своими товарищами, за все отвечал все-таки студсовет. Так что мы не единственные, кто помогали. Ну, может быть, это и так. Жаль, а ведь такой редкий шанс. Однако беспокоиться не стоит, рано или поздно я поговорю с учениками и президентом студсовета. Ну, само собой, без вас никуда, Ван Сан. Ведь столько интересных историй у вас есть, как из-за событий, что происходили вокруг вас. Но я действительно очень рада, что мы смогли встретиться на этом школьном фестивале и дойти до него без проблем. Несмотря на то, что те 3 дня были просто наполнены немыслимыми событиями. Да ладно, да, что-то у нее тоже, походу, есть. Я уверена, что на наш образ жизни может сильно повлиять один единственный кусочек информации или восприятия. И газеты, например, это СМИ, которые как раз-таки могут манипулировать восприятием людей. Я чувствую ответственность и серьезность своей профессии как журналиста. Интересные вещи говоришь. Кстати, если подумать, у Мариэль-сан тоже есть какие-то воспоминания о 3 днях, да? Ой, я, наверное, начал хвастаться, верно? Ну, сейчас я планирую оставить все сложные вещи позади и сконцентрироваться на школьном фестивале. Я заряжусь энергией и освещу это событие как следует. Болеем за тебя. Похоже, на сегодняшнем школьном фестивале пришли знаменитости из всех слоев общества. Если у меня будет время, я хотел бы попробовать взять интервью у них. Отлично, сегодня буду работать как журналист, освещая это событие. О, Роман. Ну что ж, посмотрим, как усердно старается Куртис. Я знаю, он сказал нам не приходить, но... мы не можем упустить такой шанс, как родители. Интересно, а за какое мероприятие он отвечает? А то дома, сколько я не спрашивала, он не хотел отвечать. Так что мне нет другого выбора, кроме как самой пойти и посмотреть. О! А вот и Надя. Ну что ж, пора тебе признаться, Отян. Ты же сказала, мы с Альбертом
просто друзья детства. Но ты же всегда беспокоишься о нем, верно? Но я воспринимаю его как младшего брата. Он такой проблематичный иногда. А еще, Надя Тян, как ты можешь понять его чувства, просто взглянув на Альберта? Понятно. Значит, его мечта обречена на провал. Вопрос только в том, когда он признается тебе и получит разбитое сердце. Совершенно безжалостное. Ну, в это время, наверное, уже Натян не будет в Армисе. Альберт вообще-то к Агнес что-то испытывает, и на это, типа, разговор, что, типа, когда он признается Агнес, получит разбитое сердце. Натян тогда уже не будет в Армисе, и именно ты, Атян, должна будешь утешить Бекуна у Альберта. Конечно, я утешу его. Но мне как-то не по себе, что мы разговариваем об Альберте таким образом сейчас. Кроме того, сейчас я больше все-таки занимаюсь тем, что поддерживаю людей. И само собой, Надя Тян, я поддерживаю твои отношения со Свином Куном. Так что давай вперед. О, Тян. Ты прямо подруга моего сердца. Похоже, им весело. Неужели Альберт Кун интересуется кем-то? Неужели это... Подозрительные личности замечены. Чего? Немедленно доставить их в штаб. Что это вдруг нашло на тебя? Мы играем в воображаемый патруль, где ищем подозрительных старых извращенцев. Эй! Господи, Надя просто замечательная. Ну, учитывая, что у нее еще эта повязка на руке, она выглядит довольно убедительно. Ну, Надя Тян помогала студсовету в организации школьного фестиваля. Как же здорово. У вас двоих свидание, верно? Натян тоже хочет пойти на свидание с Утяном. Я обязательно позабочусь о том, чтобы у вас была такая возможность позже. Свидание? Нет, мы как бы просто проверяем все мероприятия. Тем не менее, я вижу в этом шаг вперед.
мешать свиданию, это идет вразрез с принципами Натян. Так что она вернется к работе. Увидимся. Ну, несмотря на то, что ранее было сказано, Натян все равно любопытная. Какие места вы уже посетили вдвоем? Расскажите мне, так сказать, на будущее мне тоже пригодится. Иди работай. Агнес, файто! Вот дед, блин! Да, я постараюсь. Хорош! Так. Идти с тобой в патруль звучит очень утомительно. Я чувствую то же самое. Но это часть наших обязанностей как учителей. Итак, насчет первой остановки. Как насчет того, чтобы отправиться в класс с терминалами? Это как раз твое хобби. Нет, как насчет того, чтобы отправиться в музыкальную комнату? Ой, кто бы говорил. Ладно. Раз такое дело, давай решим с помощью камня, ножниц, бумага, куда идти дальше. Камня, ножницы, бумага. Это вопрос статистики, так что прости, но я выиграю. Ладно. А, тут уже как бы все, уходим. Так, я уже осмотрел все достопримечательности, все мероприятия на школьном фестивале. Так что вроде у меня все в порядке. Так, стоит ли мне дальше пойти и обойти город и проверить ФСПГ? Нет, рано. Там еще ивенты. Фу, все, ребят. На этом с разговорами закончили. Дальше линки. Продолжение следует.